Великобританию уличили в намерении остаться в ЕС. Правительство Великобритании заподозрили в планах, тайно, остаться в составе Европейского Союза, несмотря на Брексит, пишет The Telegraph. На подобные мысли евроскептиков натолкнул тот факт, что Кабмин выделил 829 тысяч фунтов, свыше 1,1 миллиона долларов, на деятельность, связанную с выборами в Европарламент, в мае 2019 года. Издание отмечает, что выборы в Европарламент должны состояться между 23 и 26 мая 2019 года, тогда как Великобритания должна покинуть ЕС почти за два месяца до этого, 29 марта. В британском избиркоме объяснили выделенное финансирование некими мерами предосторожности. Там же отметили, что, скорее всего, Великобритания не будет участвовать в выборах. Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. Большинство проголосовавших приняли решение поддержать выход страны из ЕС. Больше важных новостей в TELEGRAEM канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту, новость размещена на сайте вседоски.com. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок к объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.com.